Друзья, всем привет, с вами Яков. Сегодня у нас гайд посвящен закрытию комплектного подземелья за варвара в наследии Рикора. Ну что ж, давайте рассмотрим экипировку и билд. Для успешного прохождения подземелья вам нужен, естественно, весь сет Рикора. В оружие предлагаю взять осаду для увеличения урона от яростного рывка. Для ускоренного передвижения по карте я предлагаю взять цепь челоника. Ну и на многие призрачные башмаки, чтобы спокойненько проходить сквозь мобов. Что касается самосветов, я использую Гогок и проклятие плененных. А остальные самосветы и предметы, какие хотите, можете использовать. Так как у меня одето 5 предметов из Рикора и сапоги на ногах, я в куб взял кольцо королевской роскоши. Что касается умений, начнем с активных. Копье древней с руной бросок луна мне необходимо для выполнения второго задания. Яростный рывок, руна в принципе не важна, так как сет Рикора дает возможность использовать все руны. Мне необходим этот рывок для выполнения другого из заданий. Спринт с руной марафон, так же как и воинственный клич, мне нужны для ускоренного передвижения по карте. Ну и гнев берсерка с руной безумия я взял для увеличения моего урона. Что касается пассивок, то тут вы их можете использовать какие угодно. Я взял беспощадность для того, чтобы моя ярость сама по себе не тратилась. Задиру для увеличения урона по противникам, которые находятся рядом с нами. Ну и для того, чтобы увеличить урон от копья древних, я взял необратимую кару. Где же находится это задание? Мы идем в пятый акт, в сам город. И потихонечку из него выходим. Итак, наша задача первая. 6 раз поразить 15 противников одним яростным рывком. И второе, поразить 15 противников умением, расходующим ярость во время действия бонуса к урону в размере 1500%. Ну что, давайте приступим. Что касается первого задания, то оно элементарное. Вы просто врываетесь своим яростным рывком в нужную для вас толпу. И если там находится 15 монстров и более, все, стак у вас есть. Итак, делайте 6 раз. Второе задание также не отличается сложностью. Вам единственное, что надо, это следить за стаками Рикора. 5 стаков Рикора соответствует 1500 бонуса к урону. То есть как только вы набиваете 5 стаков, все, бросаете волну в противника, все, один стак у вас будет. Итак, надо поразить 15 монстров. Как закрыл я данное подземелье, давайте посмотрим дальше. Я еще не готов. Thank you.
Друзья, если вам нравятся ролики на данном канале, комментируйте, ставьте лайки, советуйте друзьям, подписывайтесь на мой канал на YouTube. Я же для вас буду записывать все новые гайды. Желаю всем удачного фарма, это был Яков, пока.